Сенсация. Владимиру Путину сделали на этой неделе предложение. Нет, речь уже не про переговоры с Эрдоганом и не про большую политику вообще. Вы даже не поверите, а про предложение руки и сердца. Сенсация родилась у Павла Зарубина, журналиста с самой четкой артикуляцией в российской пропаганде. А вы когда-нибудь видели, как шьют парашюты в Иваново? Целые парашютные заводы. Ведь у каждой швеи на столе купол по 100 квадратных метров, но управляются с ними мастерски. Но это не единственный талант Зарубина. Еще он мастер находить сенсации там, где их нет. Везде ездит за российским президентом, а потом рожает сюжеты не о повестке дня, а об одежде участников. Как-то специально подбирали платок, как это гордо? Конечно, по протоколу, все по протоколу. И вот все еще юный талант приехал в Иваново освещать встречу руководства страны с местными активистками. И вот главная новость, которую он вынес с этого события. Иваново всегда называли городом невест. Сегодня я тоже получил соответствующее предложение. Девушка станет известна теперь на всю страну.